Выполнили на 1/5. Главы городов, районов, области отчитались об исполнении основных пунктов послания президента и губернатора. На заседании в губернской думе говорили о грядущих преобразованиях. Они должны коснуться всех сфер без исключения: экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, ЖКХ и дорожной инфраструктуры. Все задачи, которые были поставлены и направления, определены губернатором Самарской области, они сегодня реализуются. И мы видим сегодня реальные результаты, мы видим сегодня реальную отдачу от реализации этих мер. Меняется принципиально в целом отношение людей к власти, потому что они видят, что власть сегодня нацелена реально на решение проблем, которыми они живут. Но есть вопросы, к решению которых не приступили до сих пор, в частности, жилищные. Есть сложности с переселением из ветхих и аварийных домов, проволочки с выделением земли для многодетных семей. Мы худшие сейчас не только в Павловском регионе, мы худшие в России по выделению земельных участков для многодетных семей. У нас, например, в Тольятти уже больше 1000 многодетных семей в этой очереди. Но представление земельных участков в Самарской области натолкнулась на непреодолимую преграду. В Сызрани проблемы с детскими садами, в Кинеле со спортивными сооружениями. На заседании пришли к выводу: решить задачи послания можно, только объединив усилия.